Так, ребят, всем привет. Это я, Жулис. Со мной сегодня будет Костя Астерой. Костя, да. Так, сразу предупреждаю, мы первый раз вместе комментируем. Он меня кинул на 14 февраля. Он со мной должен был комментировать турнир, но не комментировал, поэтому это первая практика наша. Да, я играл в дотку, да. Да, он играл в дотку, и он далек от КС уже давно. Ну, что-то в его репке осталось, да, Костя? Да, нет. 4К, 1.6. 4К. Часы это не показатель. Может, да. На паблике ты их наиграл? Только на паблике играл, конечно. Так, сегодня у нас встречаются две команды. Это Лабиринт и Микс Файт. Что-то я слышала про замену, но, по-моему, замену отменили. Так, если с микрофоном и со звуком все хорошо, то сейчас будут уже ножички за черкание карт. Карт? Да, сейчас будут карты выбирать. А, ты еще помнишь эту систему турнира? Нет, Алёшка? Я дедушка уже. Ты дедушка? Тебя маразм наступил, я поняла. А я думал, они на них я могу выбирать. Нет, Кость. Сейчас они будут резаться за право быть первым, кто будет черпать карты. Ну что-то выход какой-то. Ну сейчас просто ножи, особо тут сказать нечего. На 45, на 45. Каждый по 45. Пока можно сказать, кто играет у нас в командах. Лабиринт, Милам, Море, Йо-Йо, Юля, если я не ошибаюсь, да Юлечка. Нет, куча сердечек. И Маруся. На Миксфайте Виксон. Ой, они уже все поумерли. ДВ, Кэшку. Девочка Кирпич и Настя. Девочка Кирпич. Креатив выделилась. Зато весело. Так, на жизнь взяла команда Миксфайт. Выкинули даст. Минус даст. Не попадает. Выкинули оверпас. И думаем. Кабабл. Замок наш вычеркнули. Предлагаю Аим уже постреляться. Ее хочет на Аим карточку. Ой, я ненавижу диглов стрелять, это кошмар для меня. Видимо, ее тренировала дигл. Видишь, в руках дигл. Минус сезон. Сезон убрали. Что у нас осталось? У нас осталось Инферно, Мираж, Нюк. Трейн. Да, Трейн вообще тут должен быть в списке. Настя ошиблась. Так, Кейч убрали. Кстати, очень жалко, я посмотрела бы на Кейч. Кейч или Кэш? Я называю Кейч. Да, мы же Кейчку называем. Так, что у нас происходит в чаче, никто не жалуется на звук, надеюсь. Про чай говорят. Видимо, мне опять чат тупит немножко, буду читать очень поздно все. Задержки, что делать? Да нет, у меня просто тупой смартфон, Костя, ты не можешь подарить мне планшет. Извини, не накопил еще на это. Так, что-то я потеряла пока, во что они играют, на какой карте все. А, Мираж. Ну нормально, хорошая карта. Да, хорошая карта. Не, я помню, в CSGO она всем полюбила с самого начала как. Ну ты не забываешь, что ее переделали. Ты помнишь, как Мираж выглядел в начале CSGO? Ну как-то так. Не, мне, кстати, больше нравился вот. Ты я играл там. Ну да. Не, ну согласись, как только CSGO. Ну да, на самом деле он Мираж. В 1.6 карта была Dust, потом Inferno, потом там дальше. В 1.6 Мираж как-то потом пришел. Ну, кстати, тоже ничего было. Такая светленькая, приятная карта. Это не темный нюк, на котором ползаешь, как крыса по кораблю. Так, ждем, пока у меня GoTV заработает. А что так и не работает? Ну, видишь, подключение идет. Микрофон. Что-то плохо с микрофоном, ребят. Если что-то с микрофоном, то сейчас я все исправлю. Надо послушать. Ну да, микрофон у меня не айс. Я поняла, про что вы говорите, про это шуршание. Это все вот проблемы Кости. Это шанс пожаловаться на мой микрофон, но он должен его купить уже новый, наконец. Понятно. Купишь мне новый? Конечно. Какой-нибудь студийный четкий микрофончик. Не, купил лучше два плохих.
Два Будешь пальца. на один жаловаться, потом будешь на второй жаловаться. У меня будет время. Так, чё я не поняла, у меня всё это... Да перезагрузись вообще. О, боже. А, его включается. А, Да, всё. все Я хорошо. уже память поднимаю. Да, они Память просто отключена. хотели уже ливнуть, но как-то вспомнили, что они играют. Теперь пусть на мираже играют. Ты можешь успокоиться. Хорошо, Хорошо. сейчас слюнька на бороде подожди. Все, кстати, с 1 апреля. Мы хотели пошутить с вами, но что-то Но забили нет. потом. Да, мы не Ленивые. шутники. Мы очень ленивые и не шутники. Разминка 1:37. Хотя сегодня все комментируют турнир ботов. Я видела, как Сеня этим занимался. Очень интересно было. Блин, наверное, тупо я буду сейчас камеру переключать. У меня всегда с этим проблемы были. Ненавижу переключать камеру. Ты главный замес переключать просто. О, да, это так просто. Вот, да, ну и все. Сейчас видишь, какие замесы происходят. Сейчас безумно. Это прям раскрышка у ДВ. Сколько у них разминка будет? Айос? Ну, сейчас пока соберутся, все напишут гоу, и все. Чайка попьют, да, отдохнут. Чайка попьют, все любят пить чаек. Я вот свой почти допила. Вот мне нравится на самом деле Мелифада, смотри. Слышишь? Мелифада, смотри. Вот без лишних понтов. Просто вот пустой скин на ВП. Да? Ну нормально, чё? Без лишних, без каких-то там. Знаешь, честно, я тоже могу сказать, что это респект. Я тоже такая вещь новая в CSGO. Ну ты же понимаешь, откуда это все пошло? Да это бизнес, господи. Гей, Бизнес, бог. бизнес, да. У него при рождении, наверное, доллар, да, Да ты есть. представь, какую аудиторию это все привлекло дополнительно. Ну, конечно. Так, начались ножи. Ножи, да? Ножи теперь за стороны. Что очень важно на мираже. Это да, на самом деле, да. Ой, как быстро Как-то КТ кто-то подошли к помог нам. яме. Сейчас будет очень плохо Тормозим. команде Все, вылезла, Луи. все, убили. Все. Так, получился размен. Забрали девочку кирпич. Самый Размена не было, позитивный это ник. на 4. Все, размен. Еще минус КТ. Так, три девочки миксфайт осталось. 2 КТ. 2 на 2. 2 на 2. Так, одна Бедная потерялась, Мелифара Лиза, осталась. это 45 хп, и ее жесть. забирают вдвоем. Насколько я понимаю, сейчас будет стей. Ну, за дефенс вообще все нормально. Ну, можно сказать, что Мираж все-таки так больше карты, конечно, КТ. Ну, может, они сильная сторона у Не, них ну, дефенс. ну это, конечно, индивидуально все. Если они готовили, конечно, сильную атаку на Мираже в лабиринте. Вовремя телефон разрядился. Да, два. Тут было два дыма. Два? Зачем два? Не, я просто не поняла. Возможно, одна флешка. Хорошо, ладно. Кинули дым в яму, а это фаст шорт. Это никого надо, Девочка кирпич делает минус, два минуса делает девочка и да? умирает на шорте. Ну ее с дома не прикрыли, просто с дома. Бомба уже стоит. Миксфайт стоит, Яна Бекич пытается Ой-ой-ой-ой. стрелять то, что видит, но пока плохо это Без получается. контроля кухня, на самом деле. Они закрыты стоят. Очень сложно сейчас будет убивать миксфайта что-либо. ДВ делает минус, но Ой. РСК убивает ДВ. Не это. И Настя остается одна. Это походу. Остается одна и красная, и МРСК сейчас ее убьет. Очень. Да, так и вышло. Первый раунд за командой Лабиринт. Пока мы с тобой болтали о всякой ерунде и о том, куда положили дым, они просто зашли на шорт фаст. Да они очень смело зашли на самом деле, так как бы сказали, Б наши, все, ребята. Забили, как щенят на кухне и разлетались. Так, посмотрим, что еще сделают террористы. В этот раз оставили бомбу на респе. Занимают Меломорье, дом Б. Заняли мидл. Ну, может, на быстрый минус или развести Пока как-то. холд раунд получается, они заняли просто всю карту, постепенно начинают занимать, но бомба лежит очень далеко от них. Мне кажется, они сейчас будут прощупывать почву. Они просто ждут раша. Мелифара делает минус. ССРГ, кстати, С убого. мухи. Голову. Молодец. Так, сейчас, может быть, Меломорис сделает минус шор, поможет. Нет, справляется МРСК одна. Бодиблок.
А бомба-то где, ребята? Бомбы-то на Забыли. респе у вас, девочки, бомбы, да, я про нее, кстати, говорила. Думаю, когда же они заберут? Но они слишком сильно прощупали. Так, да, Юля взяла бомбу, несет ее под А. Ну, не И кэшку сделала 1 минус, но умерла. Да. Петушок ей не помог. Хотя можно было его засейвить, да? Или она не успела уже отойти на кота? Не успевала, она сегодня бомбу еще не ставила. Ну, зачем-то полезно. Так, сейчас будет еще один эко-раунд. От микс-файта. В этот раз уже делается арт-фаст. Бомба идет. Ну, Закуп достаточно странный. Типа полуавтомат, интервью. Ну, собственно, это для второго раунда после взятого эко. Ой, взятый пистолет, это нормально. Главное, чтобы такого не было потом. Так, пытаются занимать шорт. Занимаю уже полностью террористы. Спокойно себя ведут, не забирают. Нет, все-таки, наверное, пойдут они, а? Да, дымок. Щупают, щупают. Еще не знают, куда они пойдут, я сама не понимаю. Положили дым на коннектор, Юля проходит. Или нет, нет, не прав, нет. Все-таки идут, они на шорт. Дым коннектор, да, все, в зоне дошел. Так, пол команды уже нету микс-файта. Да все, осталась одна девочка. Так, кто у нас тут остался? Девочка Кирпич осталась под Б. Она все ждала, ждала, пока не придет бомба, и так и не пришла. Ушли террористы на... Мне кажется, охота происходит. Они просто бегают и ищут ее, нет? Где она ходит? Нет, они, кстати, не бегают. Так они только-только начали ходить от планки. Они же по толпой убежали. Чекнули. Все, сейчас пойдет охота. Смотри, вот сейчас окно будет. Да? Окно. О, ой, 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 девочкам ой, 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 давай, давай, в голову, давай, нет. Все, ну там, конечно, да. Конечно, сейчас Юля неплохо вышла, так зачем туда в окно? Смотря в окно, и когда спокойно могла стоять за белым или на стуле. Надо было вниз выходить сразу. Итак, теперь у нас две нормальные единицы обеих команд. 4 калаша ВП. Это сильно на самом деле. Сильно, это нормально хоть. Сильно, если в умелых руках. Так, я сейчас опять фигово буду листать, все, хотел царить за Авито, ну ладно, босс с Авитом. Ты знаешь, мое пристрастие пока. Оно всегда лучше, чем. Так, Маруся холодит одна под А в яме, а девочки вообще готовят что-то ближе к Б. Бомбу положить в шкафрах Б. С акцентом на Б, соответственно. Ну, акцент на Б, я сказала об этом. Маруся ушла с ямы и приходит к своим девочкам под Б. Это опасный, да, такой чек, конечно. Там АВП и голова, и если контроль едет, конечно. Там она не одна на медле, Миломоре, можно переживать за нее. Ну, кого-то разменивать АВП будешь, который стреляется еще? Я не знаю, не успею. Так, опять как там. Там же выход происходит, ставим. Так, сейчас Мелифара может сделать минус. Очень близко она к соперникам. Да, делает минус Мелифара на шорте с Авиком. И, возможно, второй минус. Да, да, Мелифара делает хороший минус в окне. Ну это контроль шорта уже, да. Это контроль от кухни и будет вот. Все, Мелифара дает инфу, что она зашла на Б, девочки подтягиваются с ковров Б. Это до сих пор 5-3. Так, еще один минус от Мелифара с Китчена. Пока не следил, да? Да, пока да. Ну, и Миломори забирает последнюю. Да, стреляла сама неплохо, на самом деле, положила 3 единицы. Так, что у нас тут по счету? Пока все плачевно складывается для команды MixFight, конечно. Только девочка Кирпич сделала больше всего минусов пока. 4. Кто-то вообще еще не сделал минусы. Продолжаю наблюдать за АВП я. Так, это Раш. Это Раш. Раш Медла. Сейчас очень сложно будет Мелифара делать ходить. 1 минус. Возможно, и второй. Верит в себя, но нет. Я, честно говоря, очень хотела, чтобы было сейчас еще минус 2. Это было бы можно было, да. ЛП тоже стоится надо. Все, не есть у девочек инфа, что это Rush Middle. Заходят уже другие с коннектора, а бомба идет по АБ ставится. Нормальное решение. Ставить бомбу и получать голду. Да? А все, кто зашли из коннектора, просто забрали изи фраги. И еще прокат Юлечки. Вот сюда Настеньку. Вот интересно, ей стоило бы забрать единицу уйти, наверное, чем так вот отдаваться. Не знаю. В принципе, ниша. Ноль был. Можно было забрать. Можно было сосредить, да, что-то. 0,5 пока.
Митфайт пока еще не взяли ни одного раунда. Ну и надо как-то собраться, наверное, а то они так и 0-16 могут. Так, играют 2 АВП у нас, Митфайт. Обращу на это внимание свое. Девочки, терпишь, решила проявить инициативу. Передумали. Я сначала думала, что это будет А готовиться, но нет. Бомба перетянулась под Б. Так, а могут встретиться сейчас. Юлечка встречается. Сейчас будет встречаться с коврами. Не дочекала. С Виксеном. Давай. Опа. Найс, Юлечка делает хедшот. Чекает голову. Еще один минус был возможен, но Дэв законтролил, да. Между прочим, это уже 4-3. Так, у нас бомба на медле. Вот они, походу, собрались. Мидл у нас сейчас занимает втроем практически. Сейчас не буду делать, потому что отдаться. Бомба перетягивается под А. Что у нас в Меломоре? Меломоре остается бедная одна. Да, проходит коннектор. Делает минус в спину. Пытается делать минус, я проторопилась. ДМ ее забирает. Обидно, конечно, когда так получается. Вроде уже навел прицел. И... Ну там девочка просто в царь горы играет. Слишком долго, да, так получилось. Сейчас задумалась. Еще ее законтролит, и опять ковря она смотрит в эту точку. Сейчас, кстати, ее может сделать минус головы. Не знаю. Может. По руке. Надо было просто так резко хоп. Ну ДВ на самом деле хорошо отыграла в этом раунде. Ну да, хотя я могу любить, согласись. Ну, да. Меломоре, да, по-моему, там. Немножко. Да, так, первый раунд взяла команда Mixfight. Как это часто бывает, да? Вроде заходишь в спину и... Боже, как легко! Как легко! Меня к этому не готовили! Растерялся. Не, на самом деле, у меня было страшное такое место. Я бы думала, вот, например, что меня убьет с шорта. Я бы поторопилась сделать минус. Так, Мелифара делает минус, я не знаю, хороший бай. Девочку кирпич сейчас сделали красный просто в окне. Савиком пытается смотреть шорт сейчас с коннектора. А и кого контролят? Вот. По-моему, девочки, кирпич надо сейчас разорваться просто. Как-то отойти, наверное, лучше. Вдвоем держит сейчас А, и вдвоем держит Б. Она хочет фаст минус сделать и идти. Возможно. Да. Хороший сейчас минус в голову у Савика. Получается от девочки кирпич. А, Мураскари, да, забрала сейчас сразу? Сейчас мы Мураска встретится с Виксеном. Виксен делает минус. Сколько она ей оставила? 19, да? Еще один минус от Виксена, удачно. Она бедная, красная уже осталась. Еще один. На Тетрисе еще один важный минус. 19 хп минус 2, ребята. Вот что значит занять необычную позицию для КТ. Типичная позиция для террористов, но никак не для КТ. Девочки, она заходит. Где она? Где она? Она вам... Там, где обычно стоит Тигуин. Накидывает. Тигуин. Да. Накидывает. Второй раунд взяла команда Mixfight. Ну, собрались. Пока девочка кирпич у нас в рак-лидер за команду Mixfight и мы рассказываем о команду террористов. Так, у нас бомба стоит АФК на респе. Две девочки проходят по коврам Б, одна халдит под А и мидл. Они ее ждут, что ли, или ничего, куда она делась? Не знаю, что происходит. Вытянула бомбу, да? Так, пока я тут пыталась что-то сказать, на Меломоре сделала минус под Б, и под Б осталась только одна девочка. ДВ пересядивается под Б. Маску забили. Был возможен сейчас минус от ДВ. ДВ сейчас будет минус, смотри. Сейчас, да, наверняка будет а минус. Кто-то выйти? Нет. Да, не совсем, конечно, точно. Ну, тем не менее. Ну, нормальный дым, который ДВ заставил отбежать. Да. Но бомба пошла на А. Бомба все-таки на А. А, ну. Ой, как, не неудачно, что такое? Неудачно попало сейчас. То есть не попало ДВ, и ее забрали. Да. Да, бедную ДВ развели. Сначала пошла на Б, пыталась, потом под А. Все потому, что долго бомба была на респе. Да как-то они, да, наверное, они готовились к какому-то фасту найти. Ну, скорее всего, просто девочка была АФК с бомбой, и потом они передумали все, как удобнее сделать. Так, Мелифар у нас на медле с АВП. Фаст, мид. Возможно, сейчас минус в окне. Нет, не получается. Виксен выиграет эту перестрелку на авиках. Ну, она заранее должна. Так, Мараска раскидывает выход Б. Выход Б. Готов. Сейчас снизу человек. И... Так, Мараска делает размен. Смотрит Китчен уже. Сейчас законтролит кухню должен. Только аккуратно, конечно. Потому что там уже... Так, 3-3 осталось. 3-3. Б-плант уже чистый. Мараска делает еще один хороший хедшот к Китчене. Бомба ставится под Б. Ну и там, все, хотя бы вот это и там же. А Б-план занят.
Еще лимит контроль. Юлечка сейчас может сделать минус шорт, нет. Так, шорт остался. Кэшку убила ее. Но она сейвится будет. Да, 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 она бежит подальше от бомбы, уходит сейвится. Сейчас хорошие минуса были полезны от МРСК. Напомню, что у МРСК фраг лидер своей команды пока что. И она им оставалась и в прошлой игре лабиринты. Ну, как-то, не знаю. Что-то я, честно говоря, не поняла, что это за сейв, или это было все-таки желание что-то выбить, но кэшку не засейвила эмку. Да, инициатива была мало. Так, лабиринт взяли 7-й раунд. Пока что мы видим, что КТ, играя еще мало раундов, взяли очень. Это плохо для них. Хотя я не знаю, что они заготовлены для террористов. Не, ну а тем не менее, они же сделали стейк, то есть они должны были показать свою лучшую сторону, соответственно, дефенс. То есть, если они стейк делают. Ну, логично. Так, Маруся делает два минуса, которые я пропустила, как обычно. И это экорал. Ну, затыкали все-таки, смотри, затыкали. Забрали мелифару, где это? Была, да? Ой, СВП еще. ДВ, наверное, будет сейвить, она это надеется. Если не будет, конечно. Нет, забрали вдвоем два ствола, бедно, приняли. Ну, Виксон сейчас может что-нибудь выбить. Виксон выбивает Меломоре. Меломор. Да, такое было наивное желание сейчас есть дефис, конечно. Ой, ой, еще живет, хороший живет, минус. Она, смотри, сейчас затыкает их. Затыкает, безумно. Не-не-не, убей, бей сначала. Нет, она сыграть на звук хотела, она не хотела дефить, она видела. А ее уже успевали подойти? Конечно, успевали дефить, ну да. 8-й раунд от команды Лабиринт. Да, посмотрим, как они сыграют за террористов. За красную сторону. Пока все в сторону, конечно, Лабиринта. Ну, 2-8, да, конечно. Ну, это тоже не приговор, что ли? Конечно, нет, что. Можно и вытащить на 8-й раунд. Просто для каждой команды есть свои какие-то простые пути легкие. Кому-то легче рашить, играть за атаку, кому-то легче колдить. Да? Кому-то. Так, уже два минуса от команды Mixfight. Что-то они расслабились, по-моему. Лабиринты остались втроем. Или Mixfight. Бомба остались. Стоит под медлом, одна бедная. Скидывает ее правильно. Чтобы не выбили. Должна увидеть. Видела. Сейчас может быть минус от Меломоре. Не, она понимает, что так. Сразу прошу прощения, если я называю ники неправильно. Ну они сложные, там японское имя какое-то, там Меломори. Да, потом напишите мне в голоса, как правильно, я больше не буду такие ошибки делать. Так, Мелифара делает минуса, пока я тут опять болтаю. Девочки кирпич убивают ее в коннекторе, и бомба остается, а... Нет, не одна, вдвоем с подругой Юлечкой. Ну все, они в одну... В одну девочку кирпич выходят, собственно. Ну, у девочки кирпич есть шанс. Коннектор, да? Так, кидает ходе в план, девочка, кирпич. Беленька, давай. Могла сейчас сделать минус, да, не получилось. Да. Конечно, нет. Не контроль прицела уже. Пятый раунд взяла лабиринт команда. Что там по баям? Что они решили делать? Что у нас по баям? У нас да? От Mixfight эхо очередное. Это безумное противостояние пяти пистолетов против пяти пистолетов. Пошли, колоссов. Девочки, рашить все ямы. Ну не угадали в этот раз, потому что бомба у нас идет под Б. Тем самым сейчас зажмут КТ у нас в спину с ковров. Инфа пошла, что у них раш, КТ должны ставить, или да, уже ставят. Бомбу спокойно ставят под Б, да, по инфе. И занимают выходы. Должны занимать выходы. Контроль кухни. Первая заняла Китчин, сейчас займет. Делает минус йо-йо. Вот это, кстати, опасно. Потому что АК сейчас оказывается у КТ. Ну 21 хп. Наделать делов может, смотри. Выходит, смело. Так, шорт. прошла к планту уже. Можно сейчас делать минус шорт. Где контроль с дома? Ну контроль. Вот не кукует, не переживай. Ну и что, с дома забрали? С дома забрали, не было ничего по дому и. Так. Она одна осталась. Миксон осталась одна против троих. Дома, бомба сейчас взорвется. Сейвить она уже не успевает. А, нет, застыли, да? Нормально. Да, нормально. Ты даже сама не ожидала, да, такая же перекрестилась? Ну, свят играет на тот свят. Ну, у нее хп нормально было, да. 10-й раунд взяла команда Лабиринт. Потому что в 1.6 она бы разлетелась на таком расстоянии. Правда. Зайка, мы в CSGO. А, да, точно. И не в доте даже, своему огорчению. Не в доте. Ну, если ничего. Никто не фармит.
Так, у нас единица двух команд. Ну я бы не сказал, вот открой, пожалуйста. Так. И что, парник у нас... Юлечка вышла на первое место. Юлечка, да, 16. Оперегнала МРСК. Так, и... Фиксин заняла близко ковры. Или еще в угол зажаться, который вообще не дочет. Как обычно, сейчас, да, вот или... Да, да, бывает так кресло садятся, чтобы там на крыску сыграть. Сейчас будет очень важная встреча Виксен и Бомбы под Б. А, они не видят, да, быстренько? Они сейчас не видят, а, никого нет, сейчас будет. Ой, не получается зажать двоих, хотя были шансы, но инфа по бомбе уже есть. Инфа по бомбе, да. Маруся зашла, сделала минус. Маруся агрессивная в окне. Офигеть. И сейчас АВП. И сейчас Арика будет. Нет. Сейчас будет, нет. Давай, Маруся, мы тебя верим. Кидает флешку. Да она одна осталась, инфа по ней есть, ее прикрывают, и откид всего. Ну, сейчас сыграть просто на время, на бомбу. Так, МРСК не попадает с ВП. Так, Йо-Йо смотрит на голову МРСК. Йо-Йо сейчас ее за два непопадания просто сама убьет уже. Чекала шорты. Ну, зашла близко. Давай, боже, она идет. Так, да, да, Йо, сейчас. Как она мансует безумно. Йо делает минус фишку. Йо-Йо не выдержала, думает, ну МРСК, господи, ну, киллспри, ну нет, ладно, сама заберу. 11-й раунд взяла команда Лабиринт. Что там в чате пишут? Кэл Собер один? Не знаю, я чат плохо читаю, когда я Кэл Собер. Типа, если вы проигрываете 2-11, вы нажимаете консоли Кэл Собер, приезжает бригада соборовцев и пытается вам помочь. Так, бомба у нас под Б, пока Костя пытается шутить. Ну ладно, ладно. Ладно, нормально, все, 1 апреля шутить можно. Так, делается минус под Б у нас. Бомба под Б, сейчас возможен заход, если будет от Б минус шорт. Ее делают минус шорт, и бомба сейчас будет ставиться. Они уже как у себя дома ставятся ходят. Ставятся под ковры. Причем замечу, что под А они ни разу еще не уходили. Ни разу, да? Практически, практически, я не помню. А, один или два? Ну все, зажали уже. Так, это... ее делают еще один минус фитчинг. Фитчинг остается последняя бедолага. Не сейчас ее закидают гранатами, да, там. Она уже ушла далеко в окно. Да ей не помогут там вот уже. Сейчас ее примут. Нет, Виксен делает минус Милифара. Второй. Ой, второй, найс, Виксен смотри, еще делает минус Йо-Йо. Сейвит она поверила себе, смотри. Нет, не пойдет она, наверное. Ну, бомба уже быстро, да. Хочет еще пару минусов сделать и спокойно сейвиться. Ой, могла, коцнула. И сделала минус, еще АВП МРСК. Так и зайти можно, случайно. Слушай, никому не дала уйти. Неплохо сейчас сосейвила АВП Виксен. Но, к сожалению, да. Ран, конечно, не за команду. Ну, мы все-таки не на фраге, когда играем. Мы играем на победу. 2-12, победу не забираем. Так, 12-й раунд взяла команда Лабиринт. Честно скажу, я... ожидала не такого счета. Ой, не получается сделать минус, да. Получилось очень много дамага. Кидает один в окно, но Юлечка успевает забрать Виксен до этого. Ну ей надо было уйти, столько дамага получила. Так, у Милифара новый, ничего себе. Это она, это что-то уже трон какой-то пошел? Я не знаю. Или она про, да? Ноги. Ну, не ступай, пожалуйста. Так, делают даже минус дробовика. И второй сейчас. Это, кстати, первый раз выход на А, бомба падает в планте. Но она, по-моему, уже тронет, да? Я не знаю, мы сейчас случайно. Найс, хороший минус дробовика опять в прыжке, да, красную кэшку забрали. Остается у нас Милифара одна с эмочкой. Сейчас, возможно, минус в голову. Но нет. Да, нового, да, правда. Что можно сказать, просто, да, шутились. Да. Подарили один раунд команде Миксфайт. Ну, 3-12, почему? Еще есть возможность у Миксфайтера вытянуть только. Если, конечно, девочки соберутся. Им сейчас надо, конечно, в срочном порядке брать пистолетку все-таки. Иначе будет все более плачевно. Ну а что пистолетку? Это какой-то быстрый выход, да, в одну точку. Я думаю, не надо растягиваться вот так вот, расплываться по всей карте. Ну подожди. Так, делают они, пытаются делать пода, занимают яму, ждут, пока дым рассеется. Дым положен не очень хорошо. Ставится щелочка, которую все видно было. Ну да, если бы одна девочка смотрела близко, ее бы сняли. Кафе. Да, готовится, и одна девочка чекает мину. Это яма, да? Двое стоят.
И, между прочим, сейчас команда Лабиринт не угадывает, как занимать позиции в сегодняшней трассе. И подобрало только два человека. Папа, КТ отбивается. Пишем, сейчас борется в коннекторе, побеждает в этом споре и помогает еще убить окно. Да, 4-12, что? Все, ты заметил, да, что под Б было трое? Сейчас просто на Атланте было только две девочки. Но они дали. Из-за этого вышло, да, из-за этого вышло то, что, ну, спать спокойно зашли на А. И так получилось. Не просчитали, конечно, координатор команды немножко лажанул. Да не лажанул, ну, Костя, там нельзя было угадать, может, это фаст Б. Ну, ладно, нельзя, ВХ включаешь. Ну, знаешь, твои способы не всем близки. Да, я был. Ты такой же чистый. Все благодаря квадрату. Так, готовится опять А у нас. Я спалили. Инфа уже есть, да. Сейчас будет инфа по коврам. Да, флешку под ковры, чтобы не убили спину никого. Так, спокойно заходит. Видели коннектор. А тем временем все заходят девочки в спину через яму и делают даже несколько минусов. Да, хае бомба уже стоит. Ну не понравилось, что я так первый раунд взяли, смотри, они просто дали. Ну почти. Ну дали. Были шансы, да. Неплохо получилось так быстро зайти в спину. Ну это все-таки пистолеты против. Ну да, да, да. Галилов. Или полуавтомат. Против закупки. Счет 5-12. Кто не победил? Лабиринта. Так, у нас лидирует Юлечка за 19-10. Лабиринт. И за миксфайт ДБ. ДБ 13-12. Так, бомба у нас пошла одна под Б, это будет фейк. Это фейк, безумный. Это безумный фейк, да. Но у нее что, это P90, да? Нет. Нет, бизон, да. Это бизон, боже мой. Я слышал об этом бизоне безумные вещи. Бизон безумный. Что он якобы не пробивает армор вообще никак, да? Не знаю, все стреляешь, я думаю, те, кто умеет. Так, вот все, у нас даже получается делать минус не спайки. Очень довольно много минусов было сделано. Диксон забирает. Очень пытается потерял. Забрать последнее, все, забирается. Ой, и. Да. Собственно, фейк был и нужен. Погуляла, все, на Б посмотрела. Спокойно поставила бомбу, хотя почти там все было нормально и пода. Хотя если бы они там все отдались, ей бы пришлось очень несладко. Отбиваться этим П. Бизоном. Бизоном, да, с этим бизоном отбиваться против толпы разъяренных девочек. Так, 6-12. У нас Миксфайт начинает брать раунды. Лабиринт еще пока не взял. Давай АВП взял, кстати. Так, это у нас единица от обеих команд. Девочки, кирпич тоже АВП взяла? Да, 2-2 Айка играет команда Миксфайт. Это 2 фул контроля выхода. Только какого и куда? Ну хочешь, я тебе сказала, что они смотрят? Из атьеров. Так, раскидывают, у нас готовят смог. Мы все задымили, даже сами не знаем, что делать. Это, ну, там... это не их дым, Кость, по-моему. Это в горяне стоит, да? По-моему, наверное. Ну, раскид, мы уже должны заходить. У них хопа есть, конечно, ковров нет. Ковров никого нет. Девочки заходят с ямы вдвоем, принимают между уже. Придается кэшку с Дельфаном, делают минус. Их принимаю, да? А вот так. Только сейчас ковры подтянулись. Да, вышла сейчас бомба, уже на зачистенный почти план. Ну все, это должна быть, конечно. Осталось Маруся и Юля. Виксен делает минус Маруси на шорте. И Виксен забирает. Так, вообще это была единица, да, единица. Почему-то сейчас посыпались лабиринты. 7-12. Игра становится все интереснее и интереснее. Да. Счет 7-12. Лабиринты еще не взяли ни одного раунда за эту сторону. Пишут в комментариях Go Comeback. Да, это вполне возможно. Почему нет? Сейчас эко-раунд у лабиринта. Вижу много диглов, давай делать минус в меломере. Ты дигл запах? Ну они дигл, у них, да, пистолетки, они взяли диглу. Юлечка делает минус в хедшот. Кстати, ДВ была с АВП, она отдала. Мастер контроль. Заходит бомба пода, остается йо-йо одна, занимает, берет темочку. Да, 12-8. Берет темочку Виксена. Не убегает сейвиться, скорее всего, с 4 хп. Да ладно, ее, ну чего ты, ну давай, 4 хп, это не приговор. Ну все, Кость, не подговариваю. Пусть патрон. Идет сейвить. Сейвит эмочку, ее. Будут ли ее искать? И найдут ли ее? Да, нет, далеко что зашла. Что, такой полупозиции стала? Не, конечно, не очень много.
Удобно, но да и там вряд ли до нее успеют дойти. Сейчас бомба с минуты на минуту взорвется уже. Секунду на секунду, все. С минуты на минуту, минут я на два минуту, раунда да, чего-то еще. я сказала. 8-12, разрыв уже восемь-двенадцать. сокращается, на самом деле, 4 раунда всего. Да, будет интересно, сейчас счет сравняется, будет прям ух. Люблю камбэки. Камбэки это всегда Это весело. всегда приятная вещь посмотреть, да. Ну я могу тебе сказать одну вещь. Да, дымок. Причем дымок, ну, такой, я бы сказала, странный, потому что тетрис можно спокойно занимать так, ну. Стоят под ямой, не занимают ничего, ждут, пока рассеется дым. Аккуратно, готовится да, дым да. на хуку. Так, и счет надо заполнять. ТП. Дейпан сам стоит, пытается стрелить. Кашку падает между, делает минус просто по таймингу, пока МРСК была отключена. И второй должен делать. И делать минус... Нет, не делает минус голову, Юлечка не дается так легко. Кирпич отсюда. Кидает колье под головы. И девочка сейчас. Кирпич ждет, пока Тогда вылезет Юлечка. Поднялся, да. Ой, не попадает, не попадает девочка. Все. Не попадает второй раз, бомба лежит. Планте, КТ полностью. Ну, затянули. Затянули на самом деле. Выход они. Если бы агрессивно сыграли, я думаю, поставили бы. Как-то этого не делали. Убегает, убегает девочка кирпич наша. Слушай, а это на самом деле что, погоню за девочкой кирпичом? Погоня, все да, бегут все за хотят, все хотят ее. Они ее все хотят, господи. Перестали даже контролить бомбу. О, ну это и зря, девочка кирпич. Да, теперь все знают, что на коврах очень уже маленькое расстояние. Беги! Спасайся! Беги! Ой, нет! Блин, что у него на этаже? Беги! Смотри, все, зажали. Все, на. Нет, не получается. Ой. Почти хотели зарезать, ну ладно. Меломоре наказали за ее вытащенный нож из ножен. Да, девочки, надо пытаться зарезать друг друга. Что же такое за отношение? Так, пока у нас фраг лидер за команду Лабиринт и вообще по карте Юлечка. Юлечка 24 раунда. Юлечка, да, я пригнала Марусу. Меломоре надо еще 12 минус набить ей до Юлечки, и она может нож доставать там спокойно. Да, пока Юлечка может доставать свой нож. Пока Юлечка обосновала свое право. Так, готовится у нас пода, бомба пода. Ну что, они опять откинутся. И чекает девочка на мидл. Так, она видит ее еще или нет? Да Кость, спокойно. Вот, вот зато она не видит. Милифара только отпрыгнула, и Виксон ее забирает, конечно, сейчас получился. Ну, один. Же ошибка, ой, бедную Марусю в угол зажали, затыкали бедную, да. Ну, может, понимаешь, что-то не так, надо возвращаться. Каморе делают минус ДВ на медле, бомба уже стоит. 41 хп у меня стоит. Смогут ли отбить они план втроем? Все идут с коннектора. С одной конечно, стороны, не очень да. хорошо, да, надо было бы с КТ кому-нибудь еще пойти. Низом. Ну, а Мори сейчас, нет, не получается делать минус, минус от курички, еще не минус от курички. Давай. Ой, ой. Да, слушай. Так, 13-9. 13-9? 13-9. Это, что ты хочешь сказать? 3 раунда в одну сторону, да, и 7 раундов в другую. Кстати, не такой большой разрыв на самом деле. Они берут такие разрывы совершенно спокойно. Ну посмотри, сейчас у КТ, у которых у нас раундов, у них сейчас дигл просто. Кстати, падает. Да, в теории слиты. Сейчас раунд. Еще один раунд от Миксфайта там. И они побежали по коврам зачем-то. Это поджим какой-то безумный. Так, Кэшку их уже слышал, сейчас будут их принимать спокойно. Да, спрей. Оба. Так, делают еще, один. Еще одну заберет и Кэшку. Нет, не получается. На РСК делают размен. Показывает. Так, бомбочку он бежит под Б, которая уже чиста. Абсолютно. Да, это поставленная бомба, контроль. Да, с Виксом будут ловить, наверное, кого-нибудь, если кто-нибудь пойдет через шорт. Пойдет. Нет, через шорт у нас кто-нибудь пойдет вообще. Нет, через шорт кто-то не пойдет у нас. Зачем? Маруся идет. А зачем я переключила мои кривые руки? Маруся идет. Сейчас получит, по-моему. Сейчас Маруся поставит. Давай, Маруся! Нет, не получается кстати, поставить. Могла, не помогла. Я почему-то верила. Беловода. Беловода выходит умереть. Так, Юлечка остается одна на шорте, занимает такой уголок, где тут еще никто не видел. Ой, делают она, хороший она, минус кстати. Наски. Еще был один минус. Ой-ой, смотри, что здесь. Ух, почти. Наска собиралась сначала в окно, да, пацаны, по-моему, прицел. Найс трай. 10-13. 10-13. Ух, неплохо. Ой-ой. Если вспомнить, что был счет 12-3. 12-3, да, представляете? За сторону, да.
То Подожди, есть... 12-3? Да, то есть лабиринт только один раунд взяли, а другие 7. 7 на 1, да, 7 раундов они взяли, и один раунд только. Вот такую игру я ожидала, честно. Я ждала, что будет такая борьба. Так, бомба у нас под Б, ДВ занимает мидл. Спокойно так проходит она уже все. Ну опасно, смотри, проходит, потому что один чек с окна, и ее могут забрать. Видишь, окно смотрит так, закрытый шорт на проход. Ну, сейчас они встретятся, сейчас да? они будут встречаться. Или нет? Еще помогает это... смотреть коннектор, кстати, сейчас ДВ вообще будет очень плачевно. Окно даже чекает. Опа, пошла. Нет, не получается делать окно минус ДВ. Окно почему-то не выходит перебивать. Сейчас выйдет, я думаю, сейчас оно выйдет. ДВ начинает разрываться, не знаю, куда смотреть, кидает дым на шорт. Ждет сама выхода с окна, слепая. Ну что, да, окно отыграло на КПД минус 100, по-моему. Такая прекрасная позиция была и... Ну да, была возможность, но все-таки не у всех кресты есть, как у тебя, Кость, да? Ну да. Ну да. Так, все-таки ДВ, я надеюсь, сейчас убьет эти окно, которое не давало, и жить спокойно. Да все, она уже пошла, наверное. Нет, нет, с окна уже девочка спрыгнула. Ее забирает девочка кирпич. Не судьба. Ее остается одна над дельфами. Закидывают флешками бедную. Кто ее, да? Да, видишь, судьба. Что-то нет, там не вариант. Виксон уже весь запас гранат выкинул. Виксон, да, уже выкинул то, что могла, и Настя ее убивает. Да уж. Что же, ну так можно подумать, что прям террористы сильная страна на Мираже. Да нет, это ж Мираж. Да ну, о чем ты, господи. Просто мне интересно, нету микса. То есть микс что? Они по максимуму выжили, что они могли за, соответственно, ДФС. Ну слушай, ну не всегда можно предугадать, что ну сильная страна, ведь, правильно? Нет, возможно, у них сильная страна была именно те. Да, может, они специально начали. Конечно, смотри, смотри, сейчас будет. Да, сейчас может быть встретиться. Я бы на микс от пистолета не пошел. Потому что в теории там может быть АК. Сейчас встретится. Ой, я в этот момент была АТС, но все равно делают минус. Да. И тогда и Юлечка уже осталась бедная одна, пока... ее затыкали, хотя она сделала минус Настя. Пока она делала минус, там уже Аза целиком полностью. 12-13. Ух, смотрите, как какой вообще сейчас будет, если сравняется счет, как. Что там с Затаром? Затар это по единичке. Затар по единичке. Мелифара берет АВП. Финка пишет, если Юлю убивают, значит раунд миксать берут. А, ну да. Ну да, 30-17. Неплохо Юлечка успела сейчас набить счет себе. Мэйн Кира, что делать? Надо сейвить ее по-всякому. Ты подумал тебе? Ну что, если она минусы делает? А кто у нее саппорты тогда? Я не знаю, наверное, кто там больше. Так, Юлечка опять делает минус, она реально расфармилась, как ты там, да, говоришь? Да, правда, да. 15 хп остался бедным. Да, но я бы на ее месте погубил. Сможет ли она еще сделать минус? Смотрим. Нет. Ой, сейчас может, могла сделать минус. Конденсатор по ней есть, там одно хай и все. Приходит к ней хелпа. Ее дым просто прошивает, по-моему. Ну ладно, пришел ее саппорт, он на головах левом и делает минус. А-а-а. Видишь, вот ее саппорт. Ну, и смотри, с разворота почти. Все, один в один, игра в один в один. Давай, бомба осталась. Девочка кирпич и меломой. Ну слушай, девочка кирпич правильно сделала, она ушла глубоко, времени не хватает. 40... Да, у нее еще 47 секунд. 50 минут 50. Ну, по-моему, сейчас будет встреча. Ёжники. И кто кого сейчас перестреляет просто. Либо будет играть на время. Да нет. Ждет. Ждет, пока вот выйдет, увидела первое и просто убьет. Текстурка, конечно, моделька спалилась. Ну а Мори могла зайти подальше, в принципе, время-то на нее действовало. Ну, надо было бомбе ставиться. Девочка, я пишу, решила не идти, да, в обход. По-долгому ставить, зачем-то. Ну могла. 13-13, и это счет сравнялся. Счет сравнялся. Вот сейчас просто борьба не на жизнь, а на смерть. Кто возьмет эту игру? Миксфайт или лабиринт? Смотри, ползет, ползет кокошечку. Пока на все шансы, конечно, на миксфайт. Сколько раундов подряд они уже взяли. Да, если, а лабиринт только один. Если их сейчас по голове не стукнут, да, каким-нибудь тяжелым прикладом калаша, то да, лабиринт может проиграть. Так, бомба у нас пода. Виксон с АВП. Кто-то бедная кошку откидывала, слепую, да. Подставь от меня, господи. Чекают между. Это на Дельпане, да, там, по-моему? Да, да, сидит на Дельпане, делает. Ой, какой хороший контроль. Виксон, да. Еще один минус голову вообще, красава. Дэнки, мувик, ну там. Дэнки, мувик, и ставится бомба. Остались две девочки у нас на Дельпане, и Виксон уже их контролит. Делает еще один минус три. И заберет ей минус 4. Да, да, да. Найс! Да, ну, минус 4 от Виксон! Это был пиксель, она просто... Это кейс-пэр. Это точно кейс-пэр, ребята.
Я сколько играл в Христа, я тоже такого не делал. Вот это да, я прям, мне прям жалко. Скажи, да, она так прям Вообще очень понравилось, в сейчас все было миллиметр хорошо, да, часто. 27-17, Виксен фраг лидер своей команды, Юлечка фраг лидер своей, 31-19. Смотрит у нас под головами Виксен Бомба пода, да, ситуацию. собираются авы. Ну а что им уже все, они уже чувствуют этот запах Да, победы. они просто так двигаются по карте свободно, знаешь, куда бы ни пошли, везде заходят, ну, уверенно игра сейчас за террористов у нас в X5. Да, уверенность это все-таки хорошее дело. Так, Пошли. спокойно, чекает аккуратненько каждую позицию. Видела голову? Ой-ой, должны Покосили. забирать, горы-то ее должны забирать, конечно. Сейчас 19 Сейчас осталось. четверо пода, очень сложно будет зайти вообще Да, что-то по... но она Все, должна была приняли, убирать. приняли. И это На Фрейзи моменте зуб нет. девочка Кибрич осталась одна, ее забирают. Молодцы. Сейчас лабиринт прочитали просто игру, и четвером уже были в планте на момент выхода. Конечно, прочитаю. Сколько раз подряд там выходили? Ну да. Все. 14-14, это просто такая Это борьба борьба. ужасная. Тигриц, да, и с Тигрицы. пантерами. Пантеры против А-а-а. тигриц, да. Только кто из них пантера, а кто тигрицы? Партеры. Я сказала партеры. Да, билетажи и пантеры, Так, бомба опять у нас под ямой. Мне кажется, Юлечка с твоим счетом, она не хочет проигрывать, да, как-то, ну, Я думаю, со а кто тут хочет проигрывать? Мне кажется, вообще проиграть со счетом Ну, 16-14 очень обидно. открой, кто там, Ну, слушай, ну, 12-9 ее могла бы, не знаю, я устал уже, господи, ты Ну Фиди ладно, оказался. ладно, успокойся, что идут за Ну этим? да, это папка, Мы нет. играем не на счет, Не на Костя, не счет, только забывай, команда. играем на команду. Настя, 11-21 тоже, блин, чё, день удался. Так, у нас происходит такая ситуация, что, наверное, будет делать коннектор Все яму. холдят, да? Бомба под яму, нет, перетягивается куда-то А, бомба. вот. Юлечка не получается забрать Виксен, встретили за 50 фраг секунд лидера. осталось. Занимают коннектор уже вдвоем. Кэшку делает или нет? Как-то они Нет, долго. не получается сделать Да ну. минус. Нет, ну, представляешь, не получается. Пойдем, будем. Так, и да, 9000 хае, могли взорвать сейчас, кстати. Только. Ну это Еще одна 2-2, флешка. да? Инфа есть. Да, девочки остались 2-2. Так, а почему такой долгий перетяг? Ты уже давно не был перетяг. Бомба поставилась. Так, один КТ, значит. Девочка занимает сейчас А ее яму. принимать будут, посмотри, там с той стороны нет. А ее уже принимают там. Ну а мы Это сейчас будем опасно, опасно. стреляться. Сейчас надо просто сыграть вместе. Разве она отойти, мне кажется. Подождать свою подругу и зайти вместе на план. Настя Нет. делает минус. Настя уверена в себе, молодец. Так и надо. И, кстати, мне кажется, что Миломори просто поторопилась немножко, не дождавшись свою подругу Мелифара. Где там help, help? Давай, 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 давай. Яма. Все, уходит, сейвится Мелифара. Ну да, бомба ее, конечно. Взрывается. И это 15-й раунд от команды Mix Fight. 15-й? 15-й. Боже мой. Господи, какой накал страстей. Сейчас либо Mix Fight берет эту игру со счетом 16-14, либо это допы. Допы, да. Если меня, конечно, память не ошибла, я вот не помню правил турнира и где их прочитать. То, и, играют ли на очки, типа то, что там за этот типа ничья, либо это будет допы, я вот не знаю. Ну, мы уточним в любом случае. Надо уточнить, да. Но в любом случае игра получается прям такая на жизнь, а на смерть. Да, это точно. Так, у меня все встало. Может, это сервис стал? Нет? Раз, два, прием. Так, инфа есть какая-нибудь? Ты еще смотришь? Сейчас, может, мы встали с тобой, Костя? Что у нас происходит? Что у нас происходит? Так, у меня все грузится. Да, конечно, винда просто умерла в точку. Так, Попробуй стоит перезайти быстро. сервер. Лоло, ну не на последнем же раунде. Ну вы что-то да, совсем да. Что-то я да. Еще мне тут искать коннект мой. Попробуй перезайти. Так, пока активное обсуждение сейчас происходит в чате. Что обсуждают-то? Обсуждают тикрейты. Тикрейты, да, безумно, это тикрейты у вас виноват. 15-14. Блин, я сейчас запущу последний раунд, что ли? Ну алло. Так нет, а что это, соединение севером, да, могу быть? Я не знаю вообще. Если я пропущу последний раунд, я этого не переживу. Ну ладно, реплей посмотрим, что делать. Да кто посмотрит реплей? Все посмотрим. О боже. Да. Ну это не я же виноват, на бомбу нет. Не-не, мне кажется, это Мои все эти активные пальчики ничего такого не делали. Да или нет? Да, смотри, 15-14. Да, все стоит. Всех все стоит.
Все стоит у девочек у наших. Блин, да вы прикалываетесь, да? Ни вот ни раньше, ни позже. Да. Мне кажется, они доиграли просто. Не, ну я просто пропустила, может, что-то. Кость, 14-15 это конечный счет, как ты думаешь? Да, черт, я уже столько лет в КС играю, конечно, до 15. Не, может, у них прошел уже один раунд, я просто это как-то проглядела мимо себя. Ладно, пока попрыгаю по карте, я не знаю, что происходит, и дело ли во мне вообще. Послушай, я не знаю. Или в сервере, или в девочках, я не знаю. Или в крестах, ну-ка вернись в окно. Вернись в окно, я сказал. Что ты тут видел? Смотри за контролем через... Не-не, назад, контролем через стену. Ну, выход. Сын, да, уже идеально в голову прям сразу тых, пфф, да, и все. Ну, что? Ох, мы прикольно летаем с тобой. Как давай по всем этим пройдем по стрелочкам. Да. Кто куда сейчас смотрит? Вот тоже контроль через стену. Вот, вот они как... Да. Не, на самом деле это... Я, честно говоря, вообще не знаю, такая... Смотри, да, тут такое... Столько старит, вот это с яму так чекает. Ну, слушай... Немножко, конечно, низковато, нормально. Здесь вообще четко в голову почти. Вот почти. Вот если там стоишь, то почти в голову. Да, неплохо я так поскакала тут по всем. What happened, на самом деле? Да, блин, надо зайти, посмотреть, что вообще пишут на это. А ты Steam есть? Может, хочешь, что делать? Может, кто-нибудь написал, что это там, игра кончилась? ВСК. Так, нет, ВСК тут ни при чем. А может, он знает. А что он знает? Так, я напишу позыв, ответь мне на вопрос. Я пока вообще не знаю, что происходит. Первое апреля? Да неплохо. Неплохо. Они доиграли. Если они доиграли, подскажите мне счет. 15-15 они говорили. В чате, по крайней мере. Так, господи, я все пропустил. Ё-моё, что такое? Что у меня происходит? Это просто жесть. Мне кажется, у них все нормально, Костя, у нас проблемки с тобой. Да? Да. Ну, видишь, они стреляют, тут что-то произошло, это же 15-15. Это 15-15. Эта инфа уже была. С ужасными лагами, это 15-15. Оля? О, МГ, Настя, блядь. Или... Так, что? Вот, да, скажите мне правила, как тут ничья идет по баллу или как? Я в доме спере... Перечего? Перезашел? Да ты ничего такой, сообразительный. Лучше из кайса выйди. Думаешь? Так, это что? Вообще, да, этот сайт-шоу у нас неплохой? Что-то я не понимаю, что происходит. Я тоже. А может какие-то обновления или скачивать, посмотри. Выйди из кайса, собственно. Да ладно, ну давай сначала так проверим. Блин, да что ж у меня все не то, что мне надо? Ну вот смотри, сейчас уже нормально прокачивается. Тогда еще и качалось плохо. Вот. Вот, это допы. Да? А, смотри, FPS 30 опять. Да, Костя, мы на GoTV, алло, баран. Ух, смотрите, какой накал страсти. Я прям рада, что это допы? Да, зайка, это допы. Так, что-то у нас террористы уже активно все делают, так, и ты у нас стоит. Ну, это не стало должен быть. Это, наверное, все еще это, перезапуск матча, да. Как я и думала. Собака. Ага. Go live пишет. Go live. Давай-ка. Go live. Надеюсь, по три раунда? Да вон, видишь, раунд 11:30. А, видишь, 30-ку зарубил. И опять 15-15. Так, ну что, это уже выхода на самом деле, нет? Я не знаю, я пока вообще ничего не буду говорить. Позиции, по-моему. Ну, по-моему, да, лиф. Так, бомба у нас под Б. Что-то я смотрю, да. Миксфайт решили сыграть аккуратно, без постов, что-то им уже, видимо, хотят очень выиграть. Ну это типа овер, о боже. Типа овер, о боже, конечно. Да, надо, конечно. Главное, чтобы вот эта вот медленная игра не победила
Да, они, по-моему, быстро выходили. Они спокойно, да, себя чувствовали на карте, главное, чтобы это их не сковывало. Так, проходят, помогают у нас Миньон, сейчас шорты, проходят шорты для девочки, это Б. Причем очень неплохое, оно сейчас получается. Делает Настя спокойно все минус Мелмори. И просто Б уже заняли. Китчен, имели фары, не стоит забывать, да. Не кинули дым, забирает второй уже, три китчены. Юлечка делает минус ДВ. Убивает Юлечку Виксен. Так, Виксен осталась бедная одна, делает минус Йо-Йо. Итак, Виксен и Маруся, кто же выиграет, кто же победит? Пока МРСК выигрывает по ХП. Время действует на нее. И граната. Граната же не шпала. Это тактический ход на самом деле. Да, сейчас неплохое такое трехочковое. Закинул МРСК. 1-0. Пользу лабиринт. Ну, как мы и говорили, да, они медленно зашли, не законтролили дефы и как-то. С одной кухни с ВП двоих забрали. Ну как так? Деньги не закинуть в окно. Да можно. Ну, я и говорю, сейчас бы дым все решил. Так, голова-то была видна, голова на самом деле. Голова была видна, МРСК сейчас ждет голову, опять вернулся в яму, нет, никто не вылез. И? Нет, и нет. Ушла, ушла, что, ушла. Это же кресты наши забыли. Ты не забываешь, что мы видим больше, чем видит Амиша? Так. Ух, на кольца не бить, не успела она до конца догнать Тетрис. И взрывают, МРСК вторую гранату кидает. Продолжает. Да, продолжает череду. Убивает гранатами. Убивает. МРСК, не доставай пистолет, можешь так кидать. Просто гранатки. Так, остались вчетвером миксфайт. Что как-то зачем, да, она туда вышла, как-то без всех, что произошло? Ну, может быть, поторопилась просто. Так, стоят все под дневном уже втроем у нас. Где на коннекторе? Миксфайт. Так, коннектор. Нет, Юлечка делает минус девочки. Разнен. Убьет ли КСК сейчас план. Вся уже инфа по ней есть. Так, ну, на самом деле у девочки есть. Фары делают минус. Нет, КСК одна осталась. Кошку делают минус три фары. Делают минус Анти, была красная девочка, один в один. Шанс есть. Ух, да, были сейчас шансы у Кошку, но Меломори позицию такую заняла. Ну, Меломори было преимущество, она знала, где в позиции, в инфе и просто в бомбе элементарно. Второй раунд, взяла команда Лабиринт. Да уж, ребята. Подожди, они должны этот раунд сыграть, да? То есть, если 3-0 будет. Они еще второй стороны играют. Там они меняют так на разные. Русская делает заметку, пока ты не заболтал со своим местом, Юлечка помогает. Да, да, уже много делает еще много. Ну, я скажу, смогла сделать второй минус, ее помогает ей забирает. Да, забивает фаг. Что развлекается там яму как-то. Да, там сейчас бедную девочку зажали в этой яме. И ее забрали. Девочки, отлично. Третий раунд за команду Гринт. Ну, как-то да. Меняем стороны. Так они что, должны сейчас просто один раунд взять, получается, да? Потому что если Миксфайт не берут трех раундов, то дополнительных допов, да? Доп-допов, блин, не будет. Честно говоря, я в этих допах всегда путалась. Ну, по-моему, не, ну, по-моему, да. Так, бомба у нас в этот раз под Б идет. Да, посыпались. Виксен делает минус, давай закидывает хаешку. Юлечка делает минус. Я всегда пропускаю, где происходит всякая вот эта жесть. Виксен сейчас на головах, может сделать еще один минус. Делает. Берем минус от Виксена. Нет, не получается, ай-яй-яй. Почти в ремень убил ее. Почти. Ой, не получается и подвал забрать. Какая жалость. Так, вчетвером у нас команда Лабиринт. Нет, втроем уже. Три остались. Ну и что мы тут видим? Что мы видим? Бомбу сейчас у нас чекнут КТ. Алло. Да? Да? Да, нет, да, бомба лежит у ДВ. Давай, сейчас пойдет забирать. У нас на РСК. Ой-ой-ой, ну кто ж там делает? Не подумала, что уже бомба лежит, конечно. А я такая бегу, а волосы назад, а бомбу-то никто не контролирует. Ну, не знала, что кто-то заняли. Думали, что бомба в безопасности, но да нет. Да как ты, конечно. Нет. Юлечка у нас осталась одна. Юлечка одна. Так, убили туда, да, три раунда взяли. Ну, сейчас, если Юлечка покажет свое КПД на уровне. Что? Подожди, не миксфайт разве? По-моему, нет. Нет, убили туда три раунда.
Я тебе больше не рисовать посыпать. Ладно, тебе беднее, у меня память чипка. Да у меня тоже на самом деле, поэтому. Ну да. Мне надо еще два раунда взять, по-моему. Интересно, будет ли доп и допов, и доп и допов? Да такое бывает, чё. Да бывает, футбол-то не один раз. Чё там? Пенальти бьют, пока у футболистов ноги не отсохнут. Тут тебе пишут, Костя отжигает торнадо, ха-ха-ха. Костя, видишь, ты смешишь людей. О, да. Ты такой у меня забавный. Забавный. Так, бомба у нас под Б. Ну опять там кто-то умер, просто Виксон, ну как так? Виксон, бедный, умирает, бедный Виксон. 20 секунд прошло. А так хорошо шла, так Кэшку стреляется тут у нас на медле. Еще раз, да? Кто победит? Она пыжит в ЛП, да? Кэшку забрала. Забрала Мерифара. Может и забрать еще? Нет, нет, Меломари ее убила. Нет, ты понимаешь, насколько уверенно ВП, да, и выходит после этого? Ну да, неплохо. Я тебя забью сейчас с одной тычки, ты понимаешь, да? Мне все равно. С одной тычки? Мне все равно на твой спрей, да, с автомата. Мне нравится твоя вот эта вот дотная вот эта вот характеристики все. Так, это что? Ой-ой. Так, у нас, походу, что? У нас остались ВП, только две девочки и X5. Делают Настя минус. Так, Шуварта, да? Ставит Мэрска бомбу спокойненько, аккуратненько. Она все-таки пытается убить шорт. Блин, ой, достала флешку, по таймингу у нас кто-то вышел с окна. Играет на время, сейчас Мэрска пытается тянуть все. Ну, а что, человек-то так? Ух, почти, хорошо. Почти попала в голову. Где ее у нас появится? А, не ее контроль. Так, давай делать минус. Минус два минуса? Ух. Мэрска-то одна осталась, аккуратно. Ай-яй, погибаю вдвоем. Как же они отдали этот раунд? Хорошо, вышли, это ГГВП, да. Уберент выигрывает. Ну, это было красиво в конце, конечно. Ну да, Мэрска сейчас неплохо так. У нее же инфа была, она могла как-то, не знаю, прыгнуть там, под джамп там, с развороту. Ага, ага, и что еще? Ну, она молодец, на самом деле, забилась в угол, как зверь такой разъяренный. И... Разъяренный зверь, какие у тебя красивые метафоры, Кость. Ну, да, что ли. Все, пусть посмотрят на нас с тобой. Алагаши! Улыбнись! Да. Как ты камера у тебя снизу сверху? Да все у меня нормально с камерой. Я упиздник, ощет, кому? Так выиграла команда Лабиринт у нас. Лабиринт. Это был бой, на самом деле, на жизнь Асмарфель, повторю еще раз. И все шансы были у обеих команд, но... Вот, в этот раз Лабиринт победили. Лабиринт. Лабиринт. Так, не знаю, будет у нас вторая игра сегодня, мне так никто ничего не сказал. Если кто знает какую инфу, напишите в чате, ну, играет ли сегодня кто-нибудь еще. Так я была готова к этому морально. Либо я пойду посмотреть фильмец с Костяном, да, Кость? Сколько ты мне уже неделю обещаешь фильм посмотреть вместе? Я не знаю, я... Обычно я в соло смотрю порнуху, поэтому у меня нет нужды смотреть фильмы вообще. А, то есть ты смотришь порнуху? Да. Ну как бы обычный фильм у меня уже не... И с кем ты смотришь порнуху? С Сашей Грей? С Сашенькой, да. Саша на самом деле тащит. Вот именно в этом деле, да, молодец. Что, у тебя игры еще будут сегодня? Не знаю. Блин, слушай, а на самом деле молодцы девочки, что так, сражаются прям. Сражаются? Я бы сдал, слушай. Я бы уже пошел филить на них. Ты бы уже ливанул, Кость, ты бы сказал бы еще... Наши мои тиммейты самые тупые, ливанул бы. Да, у меня как бы ты обычно делаешь. О, да. Ты ж такой неадекват. В 1.6 4К на пустом сервере себе намотал. Господи, просто ходил, холстки сидел, а часы шли, что я не помню, что ли? Так и было. Так и было. Да. Надеюсь, вы не будете на меня ругаться сегодня с Костей вместе. Да, не надо ругаться. Не надо ругаться. Мы старались. Как это? Стримили как могли, знаешь? Да. Слит уже все. Как могли. Да. Так они, подожди, они что выиграли по-хорошему? Корову-то выиграли хотя бы? Корову нет, Кость. Корову пока не выиграли. Пока не. Ну что, они сейчас выигрывают очки в этом, ага, в таблице. То поднялись, да? За выход из группы. Выход из группы, да. Ага. Офигеть. Офигеть. Квалы, значит, да, они затащили. Молодцы еще. А с кем вам следующую игру играть? Пока неизвестно по сетке.
Тут, слушай, тут сетка такая, что я мне пока вообще плохо понимаю. Как паутина, да? Ну там просто ставят игры, типа кто в какое время может и еще. Понятно. Ну понимаешь? Все? Нет, не понимаю, как так. Ну типа сами девочки договариваются. А-а-а. Понимаешь, мальчики так не могут, а девочки так пошушукались и договорились. Пошушукались. Угу. Мало ли у кого-то дни, да, какие-то. Ой, но это стандартная сейчас. Шутка, вот эти тупые... да. Папа, вот эти вот мужские шутки. Тупые, фу, блюдки. Просто это вот по дефу. Если ты не пошутил про ПМС, ты не парень. ПМС? Да. Ну, ладно. Окей. Ладно, чё, пойду, наверное, я уже. Куда ты пойдёшь? Не знаю. А, чё там, Костя бицепс, да, ещё, нет? Показать? Костя бицепс? Костя бицепс, да. Паша бицепс, ты почти как Паша. Костя, как его там? Вот так, чтобы побольше, пожалуйста. Побольше. Подмышка волосатая. Подмышка, да. Косичку запретили. Нормально. Так, короче, ладно, я пока еще не понимаю, будет ли еще игра. Да господи, давайте, ребят, еще бомбите. Я бы на самом деле тут еще сидела, бы очень долго бы болтала, но пока пойду. Если все-таки игра будет, я включу по заново стрим. Да, ребят, так что вы не расходитесь. Да не, расходитесь, чего, блин, тут сидите. Все, ладно. Не агритесь, не обижайтесь. Если мы плохо комментировали, не ругайтесь. Репорты мне в Steam накидали. Все, мы два неадеквата, которые плохо комментируют. Peace. Давайте пока. Ты уже три раза показал пальчики. Все, пока-пока.